Могли ли Ирины Бочоу отравить? В этом случае стрелы не были причиной смерти. Цилиндр. Ирина положила его в сейф. Шаль Марии. Она вымокла в крови. Молоток и кол. Что здесь делают эти предметы? Могли ли они выпасть во время драки? Что с ним случилось? И кто положил его в этот гроб? Все пробки перегорели, пользы от них нет. Нужно другое решение. Не хватает образца. Я заперт! Это чеснок. Без сомнений, это от него мне плохо. Господи! Я, должно быть, активировал какой-то механизм.